Інструкція здорового глузду для тих дорослих, які з тих чи інших причин розлучаються. Ніколи не говоріть своїм дітям: «Мама чи тато нас більше не люблять». Як ви вже зрозуміли, ми продовжуємо наш цикл програм з практикуючим медичним психологом Оксаною Кличко-Макаренко. І сьогодні ми продовжуємо ту тему, яку започаткували минулого разу, а саме брудні ігри дорослих, які розлучаються і втягують своїх дітей у свої розборки і тим руйнують дитячий світ. Оксано, вітаю. Отже, складна тема – брудні ігри. Чому так часто дорослі вдаються дійсно до цього? Чому вони маніпулюють дитиною, ну, якби, може, в своїх інтересах, може, з егоїзму власного, може, чи я не знаю, як це пояснити? Ну, скорее, не потому, что это срабатывает эгоизм. Да, в некотором смысле это эгоизм, просто это какая-то неспособность справиться со своими эмоциями. Как бы дитяча позиция, да, захиститесь дитиною. Да, немножечко, ну, человек настолько уходит в это свое состояние переживания той ситуации, в которой он оказался, что начинает втягивать в это все окружающих его людей, детей, естественно, в том числе. Потому что, ну, будем говорить, прямо не всегда развод это то событие, к которому люди оказываются готовы. Иногда это происходит, ну, буквально вот в ситуации одного дня, то есть когда казалось, что в принципе все благополучно и радостно, и тут оказывается, допустим, что у вашего партнера где-то были там параллельные отношения, и семья, и все ожидания, и все надежды, и все, что было вложено в это, и, ну, вообще вот та структура мира, да, в которой человек привык находиться, она рушится буквально в один день, и, естественно, очень тяжело человеку с этим справляться, и это бывают такие шоковые, очень сильные переживания. И психика не всегда успевает подстраиваться, срабатывает правильно, и поэтому мы совершаем какие-то, ну, неверные действия, не очень грамотные и не очень педагогичные по отношению к нашим детям. Рекомендуется, конечно, в таких ситуациях, вот, если чувствуете, что эмоций, ну, прям очень-очень много, то обязательно находить себе какую-то поддержку со стороны, то есть должны быть люди рядом, которые должны контейнировать, да, вот переживать вместе с вами эти эмоции, кому вы можете прийти там и рассказать, например, там он там козел или она там истеричка, то есть вылить вот этот вот негатив, который есть по отношению к партнеру, кому-то другому, кто может это пережить, кто может грамотно отреагировать, да, и как-то это проработать. Либо же, например, обратиться к специалисту, и допустима медикаментозная помощь, допустим, в какой-то острой ситуации, если мы говорим вот про начальную стадию, когда еще не хватает собственных ресурсов для того, чтобы переварить эту ситуацию, то вполне нормально обратиться к психотерапевту за таблеточкой какой-нибудь, которая временно поддержит, как бы выступит вот этим вот таким костылем, который вот на время заживления этой раны, да, поможет вот менее болезненно пройти этот этап. То есть все, что угодно в данной ситуации, только бы не навредить тем людям, в частности детям, которые зависят от вас в этот момент. Потому что, ну, у ребенка тоже масса своих переживаний и очень много эмоций на этот счет. Ну, мы уже говорили про то, что дитина сприймає ситуацию такую в семье трагичную, как власну якусь провину, да? Что это через меня. И тому... Часто, да, если мы говорим о детях вот подросткового возраста, то они как раз, да, они очень склонны на себя перетягивать это одеяло. Они думают часто, что они могут каким-то образом повлиять на эту ситуацию. Особенно если... Опять-таки, развод не одного дня, то есть к этому как-то подходили, какая-то ситуация в семье, она уже развивалась, и, допустим, были выстроены отношения между родителями таким образом, что они как бы уже вплели и включили ребенка в этот свой конфликт, и, допустим, там общение проходило по принципу «пойди скажи матери своей, что я там это», или «пойди скажи своему отцу». То есть вот либо уже были ситуации, когда ребенок понимал, что он может влиять на то, что происходит в семье. Ну, например, допустим, родители долго не решаются пойти все-таки на развод по причине того, что, ну, вот ребенок, например, болезненный.
мы не можем его отдать в детский сад, мы отдаем его в детский сад, мама может пойти на работу, и тогда мы можем развестись и разъехаться по разным квартирам. А так мама находится как бы в зависимой позиции. И ребенок, как бы считывая вот эту информацию, что вот есть какое-то напряжение, есть риск того, что что-то может произойти ужасное в его понимании, да, он не понимает саму ситуацию, но он вот чувствует просто вот это напряжение, которое в семье происходит, вот, и он видит, что когда он начинает болеть, то родители как бы сплочаются и начинают действовать иначе, и вот это напряжение как бы оно уходит. То есть ситуация сама собой разрешается. И ребенок начинает как бы манипулировать состоянием своего здоровья для того, чтобы удержать родителей вместе. С целью сберечь семью. Да. О том, что мы говорили в прошлой передаче, это то, что решение должно приниматься таким образом, чтобы ни в коем случае не включать в это все ребенка, чтобы у него не создавалось иллюзий на предмет того, что он может на это все как-то повлиять. Почему мы говорили о том, что очень желательно, чтобы информация по итогу исходила от обоих родителей, чтобы ребенок понимал, что это обоюдопринятое решение, и оно не подлежит изменению, и что его нужно просто, ну, не согласиться, но, по крайней мере, принять ситуацию такой, какая она есть. Тобто не треба дитину відправляти кудись в село до родичів і все це завершити, і потім його поставити перед фактом, що ми не живемо разом, а ти будеш жити з кимсь з родини, да? А дитина, в принципі, повинна почути чітку, зрозумілу позицію від обох батьків. Так. Да. І позиція про те, що це не є катастрофа, що ми знаємо, як виходити з цієї ситуації, тобто світ не розрушиться, він просто зміниться. І це є нормально. Ну, ситуація міняється. Діло в тому, що будь-який ребенок, він как бы... Опять-таки повторюсь, он существо консервативное, он всегда за какой-то гомеостаз. То есть неважно, какая ситуация там будет, хорошая или плохая, вот она вот такая, какая она есть, она его вполне устраивает. То есть даже если, я не знаю, это ребенок каких-то наркоманов в каком-то притоне, он все равно будет пытаться удерживать ситуацию такой, как она есть, потому что она знакома, она понятна, она известна, и она есть стабильность. А то, что будет потом, ребенку непонятно. И чем более уверенно в этой ситуации ведут себя родители, чем более они взвешены, чем больше моментов они обговорили накануне, и они распределили уже свои роли на будущее, если они точно знают, как они будут взаимодействовать дальше, хотя бы в разрезе там, ближайших нескольких месяцев, понятное дело, что ситуация гибкая, она может меняться. Вот, то чем больше они как бы своим поведением покажут уверенности, и спокойствие, да, тем спокойнее будет ребенку, тем быстрее он примет эту ситуацию. Если мы говорим вот конкретно про грязные игры, то мы часто сталкиваемся вот в моменте развода с такой ситуацией, когда родители втягивают ребенка в так называемый конфликт лояльности. Кого ты больше любишь? Кого ты больше любишь, маму или папу, или вот с этим дружи, с этим не дружи. И это, пожалуй, вот... то, что наносит наибольшую такую психологическую травму ребенку, когда вот это вот идет расщепление. Потому что мы с вами когда-то говорили в одной из передач про детей о том, что у детей врожденный инстинкт имеется. Такой касаемо, правдивости, касаемо, да? Касаемо... И любви к обоим родителям. Да. Он создает круг людей, которым он подражает, которым он следует, которым он привязывается, которых он слушается и которые являются для него потенциально безопасными. То есть, ну, если мы приводим, возьмем пример, да, из жизни, вот вы на улице там подойдете к какому-то ребенку чужому, предложите ему конфетку, то ребенок вначале посмотрит на маму или папу любого значимого взрослого, который рядом с ним. То есть, если этот значимый взрослый кивнет и скажет, да, можно взять, тогда он эту конфетку примет. То есть это именно врожденный такой инстинкт, который нужен нам для того, чтобы ребенок находился в безопасности. И когда он формирует этот вот круг людей, которым он может доверять, на которых он ориентируется, на мнение которых он ориентируется, да, и в какой-то момент родители ссорятся между собой, начинают говорить о том, что а вот этот вот человек плохой. То есть вот вчера он еще был хороший, и ты должен был его слушаться, а теперь он тебя не любит. И там не нужно ему доверять, и вообще ты ему не нужен, и он вообще тебе хочет навредить, потому что он всем нам хочет навредить. Вот он маму не любит, значит, и тебя не любит. Ну и, в общем, вот эту вот всю гадость начинает сваливать на голову ребенка, то у ребенка, конечно, возникает большая травма на этот счет.
И вообще непонимание в будущем того, а кому можно доверять, кому нельзя, кто враг, кто друг, ну, в общем, вот это вот расщепление. То есть это как раз одна из тех вещей, которых нельзя ни в коем случае делать. То есть нельзя поливать грязью своего бывшего партнера. Какие бы у вас там чувства по отношению к нему или к его действиям не были в этот момент, или к ней. То есть вы можете бесконечно ненавидеть там этого козла или эту истеричку, опять-таки, но ребенок об этом ничего знать не должен. И, в принципе, максимально стараться абстрагироваться от того, чтобы оценивать отношение партнера к ребенку. То есть ваши с ним отношения или с ней это отношения, не это ваши с ними отношения. Да? А отношения мамы с ребенком или папы с ребенком – это их отношения. То есть и мы, все, что мы можем, это разделять чувства ребенка на этот счет. То есть поддерживать его, говорить о том, что ну да, ты можешь это чувствовать. Например, там, не знаю, если папа там 3 месяца не появляется, и ребенок переживает по этому поводу. То есть мы можем поддержать его чувства и говорить, ну да, я понимаю, тебе очень сложно. Или ты расстроен, потому что там близкий тебе человек не звонит, да? Вот. Но не говорить о том, что папа тебя любит и поэтому не появляется, или наоборот, вот видишь, ты ему не нужен. То есть ни в коем случае вот эти вот вещи нельзя нагружать на ребенка. То есть пусть они там разбираются сами, и пусть ребенок сам определяет вообще свое отношение к этому человеку и учиться понимать, як цей чоловік відноситься до нього. Ну, ми дуже добре розуміємо і знаємо про те, що для дитини важлива і участь батька у вихованні, і участь матері. Ну і, власне, от завжди чомусь, ну поки що в нашій традиції, що батьки, саме батьки, там от папа вихідного дня, да? Там дитина, не знаю, встигає чи не встигає там якось з батьком поспілкуватись, дійсно, і щоб ну, задовольнити свою любов до нього. Да? Чи може бути така ситуація, що, наприклад, ну якщо причина розлучення була, ну, скажімо, не дуже така якась страшна, там, да, яка, ну, от, Рубікон. І, наприклад, пара якось собі так придумає таку ідею відпочити, хай вони навіть уже колишні, але от відпочити разом з дитиною. Це може таке бути? І як себе поводити тоді дорослим в такій ситуації? Сейчас действительно все чаще встречаются варианты, когда родители цивилизованно разводятся. Мы об этом говорили, опять-таки, в прошлой передаче, что современные родители, они как-то более мудро стараются выйти из ситуации. Хотя встречаются, конечно, еще эти трешовые варианты, когда и киднеппингом родители занимаются, когда детей, по сути, воруют, да, у второго родителя, там, увозят куда-то там и не дают общаться. Это, опять-таки, про грязные игры. Вот. И есть ситуации, когда запрещают общаться с другим родителем. Это тоже как способ манипуляции. Я лишу тебя ребенка. Или, допустим, если мы говорим все-таки про какой-то жесткий вариант развития событий, и там, допустим, кто-то из родителей имел какие-то зависимости нездоровые, да, вот. То есть у нас закрывается тема вообще этого родителя, о нем не говорится вообще ничего, о нем вообще стараются не вспоминать. Или травма там была сильная, да, там, вот он изменщик, все, как бы, на этом тема закрыта, о нем в нашем доме мы не говорим. Вот, и как бы вот это все закрылось. Есть еще такие ситуации, это не очень тоже правильная, не очень здоровая модель. Почему? Потому что часто в консультациях тоже возникает вот такой вопрос, когда, допустим, приходит мама, приводит ребенка, подростка, и говорит, что вот у нас был папа, но с папой никто не общается, вот ребенок еще был там совсем маленьким, и там папа его не видел 100 миллионов лет, и ребенок о нем мало чего знает. Вот. Нет у них взаимного вроде как интереса, но у папы была вот такая вот особенность, папа, допустим, очень сильно пил. И мы стараемся в доме не пить, алкоголя у нас нет вообще, об этом вообще никто не говорит. И вообще, ну, как бы вот эта тема завуалирована и закрыта. Вот, но при этом вот ребенок-подросток начинает очень интересоваться темой алкоголя и прочих зависимостей, часто там задает какие-то вопросы. И возникает момент волнения на предмет того, не станет ли, значит, не сработают ли гены и как этому противостоять, да? Как это, предвосхитить эти события. Так вот, тут как раз ситуация, знаете, закрытой темы, она порождает, наоборот, больше интерес у ребенка по итогу к тому, что
наверное, в этом есть что-то очень важное и значимое, и я должен в это все углубиться. То есть если мы о чем-то не говорим, то именно там у нас фокус интереса нашего, да, возникает. И у любого ребенка есть большая потребность как-то все-таки проассоциировать себя со своим родителем, ну, привязать, даже если о нем даже если он его ничего не знал. Не знает. Да. И когда родитель, тот, с которым ребенок остался, он начинает о своем партнере говорить исключительно в негативном свете, то, собственно говоря, единственный способ как-то себя там вот привязать и проассоциировать со вторым родителем, который изгнан, да, из семьи, это через вот эти негативные его проявления. Как вариант излечения этой ситуации, может быть, начать все-таки рассказывать о каких-то позитивных моментах этого бывшего партнера, потому что в какой-то момент вы же построили с ним отношения, вы же почему-то влюбились в этого человека, вы в конце концов там создали с ним семью и зачали этого ребенка. То есть что-то же в нем было все-таки хорошего, почему эти отношения выстроились, потому что когда мы даем ребенку только однобокое вот представление о человеке, а будем с вами честны, что у нас у всех есть своя тень, и никто из нас не идеален, и бывает как бы те проявления в жизни, которые мы хотим показывать другим людям, и те, которые мы хотели бы скрыть даже от себя. То есть никто из нас не является вот этим какой-то одной стороной. Мы разные, да, и у нас есть разные качества, как хорошие, так и плохие. Ну, точнее, которые мы оцениваем как хорошие, так и плохие. И чем больше у ребенка, спектр возможностей, да, разных проявлений, на которые он может опираться, тем больше вариантов и вероятности того, что он зацепится за что-то хорошее. Например, там бывший муж, которого вы сейчас люто ненавидите или очень сильно на него обижены, но он когда-то очень круто играл на гитаре, и именно это вас в какой-то момент подцепило. Вот почему бы об этом не рассказать ребенку? Может быть, он зацепится именно за этот момент, а не за то, что он там, допустим, прикладывался часто к бутылке. Что же касается совместного отдыха, совместного времяпровождения, то тут опять-таки становится вопрос про то, как пара рассталась. Потому что, ну, понятное дело, если в ситуации острого конфликта, то ни о каком совместном отдыхе, в принципе, речь не идет. Если мы говорим вообще, в принципе, как бы грамотно, да, выстроить отношения с бывшим супругом, с отцом своего ребенка, или с бывшей супругой, потому что у нас встречаются ситуации, когда дети остаются с папой, и это уже, в принципе, тоже такая разновидность нормы, то вот европейская модель, да, она как раз показывает, что можно, например, выстраивать отношения на уровне, там, ребенок одну неделю живет с одним родителем, вторую неделю с другим родителем. При этом родители, если они чувствуют вот этот конфликт, если напряжение, оно не спало, если они не могут нормально, да, разговаривать друг с другом, не поссорившись, то они могут при этом абсолютно не взаимодействовать. То есть ребенок просто... создаются ему условия, когда... Там, он расчерчивается график, да, и вот да. На этой неделе, например, я живу здесь, а на следующей неделе я живу здесь, или там как-то по дням. Тут вопрос главное в стабильности, да, и предсказуемости этой ситуации для ребенка. Что касается совместного отдыха, то это тоже как бы такой большой вопрос, а стоит ли? По причине того, что если у кого-то из родителей все еще осталась фантазия на предмет того, что можно вернуть каким-то образом отношения, а второй человек отрезал это все. И если там есть хоть какая-то толика надежды, что вот во время отдыха может все получится опять вернуть на круги своя, то это может быть для одного из партнеров пыткой. И это могут опять-таки возникать какие-то конфликтные ситуации или вот эта вот холодность проявляться. Ну, в общем-то, это не будет радостным отдыхом для ребенка, да, и не будет таким здоровым примером. Поэтому, ну, тут нужно смотреть на самом деле. Хотя, с другой стороны, вот сейчас в нынешних условиях мы приходим к тому, что больше и больше появляется таких, как бы так, сложных семей, сложносоставных семей, да, вот, когда у нас есть, допустим, один родитель, у которого там был уже какой-то своя семья, прошлый да? брак, да, и там есть дети от этого брака,
и в этой семье у него там какие-то дети уже появились, да, и второй партнер, у которого точно такая же история, да, там были какие-то предыдущие отношения, там тоже есть свои дети, и опять-таки здесь есть дети, и вот это вот, вся вот эта вот такая сборная солянка, и плюс там еще какие-то бабушки-дедушки, тут бабушки-дедушки, бывшие партнеры, у этих партнеров тоже какие-то дети, ну, в общем, вот такое вот, и они так все вместе как-то дружат, перетекают друг друга, там кто-то с кем-то там живет. Ну, власне, они мешаются. Это позитивно, так? Да, то есть мы постепенно приходим к тому, чтобы, во-первых, учиться взаимодействовать на других уровнях, так или иначе решать эти конфликты, находить какие-то компромиссы, потому что общие дети, и это уже какая-то очень большая семья, это уже не два человека и это дети, а это уже прям, да, да, это уже такой род создается, да. Вот. И это есть в этом определенный плюс, потому что, ну, все-таки мы не стоим на месте, мы не столь законсервированы, и вот такие вот, казалось бы, кризисные ситуации, как развод, они уже не ассоциируются с ситуацией там, смерти, разрушения. Вот как раньше чаще приходили люди на консультацию и говорили, все, там, если он уйдет, я умру, или ну, все рухнет, вообще жизнь закончится. То есть сейчас этого... Ну, такого отношения к отношениям становится все меньше. То есть люди уже как-то более спокойно, более взвешенно, более грамотно, что ли, смотрят на это все. Ну, «Я без тебя умру» — це, в принципі, ті відголоски, про які ми говорили в попередніх передачах, коли людина не розуміє, як їй жити самій, тому що у неї є свої травми дитячі з її дитинства. Ну і якщо, наприклад, ми говоримо про ті сім'ї, де дійсно ці баталії, де дитина втягнута, потім, коли така, ну, доводиться чути дорослу людину, яка говорить, я виріс чи виросла в неповній сім'ї, в мене там не було батька чи матері, і тому от тепер я звинувачую їх в тому, що я не можу збудувати свою власну гармонійну сім'ю, тому що я не розумію, якими можуть бути хорошими стосунки в парі. Да? Чи можемо ми так говорити, якщо це вже доросла людина? Да? Ну, мені здається, що вже сама людина має брати на себе відповідальність і, враховуючи помилки своїх батьків, вже якось будувати свою власну родину, ну, більш якось свідомо, там, продумано, ну і так далі. Ну, я хочу сказати, що зараз, в принципі, міняється поняття норми. Ну, то есть сейчас нет, в принципе, этой нормы. Если раньше это было очень четко так регулировано, мама, папа и кучка детей, вот, то сейчас этого нет. Вот мы, опять-таки повторюсь, да, сейчас вот это вот какие-то сложные семьи с разным количеством людей, и это все семья, и это все как бы родные тебе люди, кровные, да. И тут вопрос, собственно, заключается не в том, сохраняется ли семья как... Целостная. Да, вот эта ячейка, это самое пресловутое общество, постоянное, да, или она разрывается, не в этом есть травма. Травма в том, как люди, дело в том, как люди выстроят свои отношения после этого развода, да, насколько это повлияет на детей, насколько это будет травматично. Потому что если люди подойдут к этому вопросу грамотно, это можно сделать так, что это будет, ну, практически безболезненно для ребенка в принципе. Ну, например, мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда... вот родитель, с которым остались дети, и есть второй родитель, который появляется у нас периодически. Чаще это бывают мамы, с которыми остаются дети, да, а папа там воскресный приходящий. Папа, да? И мы получаем ситуацию, когда на одного родителя фактически ложится весь, вся нагрузка бытовая. То есть мама там заставляет игрушки складывать, тарелки за собой мыть, мама сидит с ребенком, когда он болеет, мама там заставляет учить уроки. Вот. И приходит папа у нас в воскресенье. У которого такой, только развлечение. Да, такой розовый пони, такой радостный. Вот такой аниматор с мешком денег, который, пошли в боулинг, пошли пиццы поедим, пошли там, ну, еще куда-то съездим. Такая тоже ситуация перевернута, коли мама сприймається як такий цербер, а папа у нас ідеальний. Да, і у нас ідеальний. Ну, вот тот самый, ну, хороший коп, злой коп, да, потому что один постоянно заставляет, выставляет рамки, воспитывает и гавкает там и так далее. Вот. А второй вот появляется на час, такой халиф на час, вот пришел, праздник устроил, и все хорошо. Вот. И тут как бы вот есть такая
такое несоответствие, да, двух родителей и, ну, немножко нечестность по отношению, причем нечестность по отношению ко всем участникам этого процесса. Почему? Потому что, когда распределяются роли таким образом, то получается, что мама, как человек, который постоянно как бы с этим ребенком, который маму не выключает никогда, выходных у нас в материнстве нет, она не может бросить ребенка там и уйти по своим делам, да. Вот, она теряет эту поддержку, она теряет возможность там, получения какого-то времени для себя, уделения, какого-то отдыха. То есть она находится в состоянии мамы постоянно. Да? Ребенок теряет с разводом вот этот момент также поддержки и опоры со стороны обоих родителей. То есть он не всегда может получить качественную квалифицированную помощь от одного родителя, а второго как бы он по сути лишается, потому что он появляется изредка. Да? А папа в этой ситуации, например, он лишен привязанности. Привязанности в полном смысле этого слова. То есть его действительно воспринимают как такой человек-праздник, аниматор. Какая-то там хрустальная вазочка, с которой весело, прикольно и здорово. То есть ребенок обычно старается себя вести с папой вообще идеально, показать себя только с лучшей стороны, потому что если папу сейчас расстроит, на следующей неделе он может не прийти. Ну, как бы вот такое отношение, да? Зато мама получает все раздражение, все слезы, все обиды, все высказывания, потому что мама человек надежный, мама человек предсказуемый, она никуда не денется, мама все равно будет. Вот, и часто бывает ситуация, когда приходят консультацию мамы, говорят, он меня не любит. Вот папу любит, папа для него ничего почти не делает, там пришел, сникерс подарил, и он вообще в восторге. Вот, а я ж 24/7, а он меня не любит, он мне высказывает и вот эти истерики, и о том, что там я к папе уйду, и, ну, и вот это вот все. Обидно, конечно же. Но нужно понимать, что такое привязанность вообще. Привязанность мы испытываем к тем людям, которые как раз для нас надежны и предсказуемы. Это те люди, к которым ты пойдешь со своим кризисом за помощью. Это тот человек, который с тобой там и в огонь, и в воду, и всегда, и на 100%, и ты точно знаешь, что он будет, и он способен это вынести и выдержать. И именно к этим людям мы испытываем настоящие чувства. Да? И поэтому человек, который как бы появляется в твоей жизни эпизодически, да, он дает тебе вот это вот ощущение праздника какое-то такое, но в сложной ситуации или в ситуации там острого выбора, да, когда станет вопрос, в ком ребенок на самом деле нуждается больше, то, конечно, тот человек, который был с тобой всегда и принимал тебя в любой ситуации, в любые моменты, он окажется более как бы, в нем потребность будет больше, да. Но папа тоже хочет любви, просто он не знает, как эту любовь получить грамотно и правильно. И все это по причине того, что родители в свое время не договорились. То есть, возможно, расходились именно в этом состоянии острого конфликта. Но, с другой стороны, папа также может участвовать в жизни ребенка и достаточно плотно, и не только давать это ощущение праздника, но и помогать в учебе какого-то да, бытового вот такого вот варианта. То есть, опять-таки, берем ту же самую европейскую модель, когда родители разводятся грамотно, они заведомо, понимая, что к этому все идет, они договариваются, и, допустим, если они разъезжаются по разным домам, по разным квартирам, они все равно берут, ну, стараются так, чтобы это было хотя бы в одном районе, да, и, например, там папа утром может заехать забрать ребенка, отвезти его в школу, или там отвезти его к стоматологу, или ну, вот какие-то такие все равно вопросы решать да, на постоянке, участвовать в жизни ребенка жизни, да. И разделить все-таки ответственность за ребенка с мамой и принимать участие в его воспитании постоянном, да, и формировании его как личности. Вот. И тогда и для второго партнера это будет не так тяжело, потому что опять-таки говорим, что ну, ребенка вы делали вместе. И почему набор хромосом и от папы, и от мамы, поэтому... Да, и уж если вы дошли до того, что вы этого ребенка создали, то и несите ответственность за него на равных. Так, наверное, правильно. Хотя, ну, наше законодательство, оно, конечно, сейчас формировано таким образом, что мы никого не можем к этому принудить. То есть это все на уровне собственной совести и ответственности, да, за тех, кого мы создаем и кого мы пускаем в этот мир.
Ну, ще, мені здається, таке важливе питання. От ми вже говорили про те, що дитина може, відчуваючи напругу в родині, якби її організм прореагує тим, що вона там захворіє або щось таке зробить, щоб, ну, дійсно обоє батьків були залучені. Тобто, от якщо дитина не сприймає абсолютно факту, що батьки розлучаються, вона говорить ні, ну, там якісь прояви цього безумовно є. Як все-таки правильно дитину, як їй пояснити, що все-таки ні, неможливо, нам доведеться жити, ну, окремо? Часто такие ситуации возникают, когда родители сами еще находятся в состоянии неопределенности. То есть вроде как мы разъехались, может даже мы уже даже развелись, но еще вот где-то какая-то такая очень, ну, непонятные такие мутные отношения, вроде как мы не вместе, а может быть еще будем вместе, и вот такие вот гляделки, приглядывания, и нет вот четких границ, да, они не установлены. И чувствуя это, дети как бы следуют своему естественному порыву сохранять ситуацию в том состоянии, в котором она есть, и они как бы подыгрывают родителям. То есть родители сами еще не совсем до конца устаканились в своем желании или нежелании, да, разводиться. Вот. И ребенок как бы считывает это и начинает педалировать ситуацию. Использовать это в свою пользу. Да. С одной стороны. С другой стороны, это может быть просто детское желание, опять-таки, сохранить все так, как есть, потому что люблю маму, люблю папу, не хочу, чтобы кто-то там расходился, разводился, не хочу, чтобы там, например, у папы была другая семья, были другие дети, такие ревностные тоже моменты. Почему, допустим, я живу с мамой, и у меня папы нет, а мой папа живет там с каким-то другим ребенком или там рожает каких-то других детей где-то там. И тут, конечно, тут только вот садиться, разговаривать, объяснять и договариваться про то, что да, я тоже, например, за тобой очень скучаю, я тоже хотел бы там проводить с тобой, например, больше времени, а давай с тобой подумаем, как это можно сделать, а может быть, ты там иногда будешь ночевать у нас, или наоборот, может, мы больше просто каким-то образом будем проводить времени вместе, но без пересечения на жилой площади, да, как, новой жилой площади, там, где есть другой ребенок, например, и новая супруга. То есть так, чтобы побыть только вместе, чтобы не было других людей, чтобы не нужно было ни с кем папу этого делить. То есть дети – существа такие, с которыми на самом деле можно найти общий язык и можно договориться, но первое время, конечно, это будет какая-то такая попытка удержать ситуацию в прошлом, ну, в том русле, которое привычно, и сохранить все так, как оно есть. Отже, домовляйтесь, це та фраза, яку ми повторюємо з передачі в передачу, домовляйтесь між собою, цивілізовано, як це зараз уже прийнято в світі, да? І особливо будьте відповідальними до своїх дітей, яких ви колись народжували, дійсно в коханні, в любові. Ну і продовжуйте дивитися нашу програму наступного тижня. На все добре!